Деревья на улицах популярного курорта Байдайхэ на севере Китая преобразовались. На их так называемых шрамах, местах, где были спилены ветки или же где нет коры, появляются красочные рисунки животных и птиц. Учитывая форму дупла, мы нарисовали в нем павлина. Павлин близок к природе. Он вдохновляет на защиту животных и растений и сделает Байдайхэ еще красивее. Инициативу воплотили в жизнь городские власти. Они собрали студентов и художников, чтобы те нарисовали на деревьях 60 картин. Энтузиасты еще не успели закончить, а туристы уже оценили. Эти изображения животных мудро сочетают человеческое и природное. Они придают природе новый вид. Впервые вижу так много рисунков животных на деревьях. Это достаточно необычно. Я впервые в Байдайхэ и вижу такие красивые рисунки. Они делают Байдайхэ особым местом. Город Байдайхэ простирается на 11 километров вдоль побережья Бахайского залива Желтого моря.